Всем привет! Как вы видите, посылочка уже открыта, и это у нас New Balance. Понравилась мне моделька. Моделька у нас 574. Вот, в общем, понравилась моделька, решил купить. Посмотрел на местных сайтах. Стоит она что-то в районе 6, что ли, тысяч или 7 тысяч. В магазинах тоже где-то такие цены в местных. Вот. И наткнулся на такой сайт, как shopitem.ru. Это сайт-посредник. Они закупают... Вот данные, например, обувь была куплена в Гонконге, как мы видим. Это оригинальная обувь. Прилагаются чеки. В общем, все, что было, приложилось. Просто я даже не ожидал, что она так быстро придет. Пришло очень быстро. Перед тем, как покупать, берете листочек формата А4, например, ставите ногу, обрисовываете и в сантиметрах выбираете. У меня получилось где-то 27, там 27,3, что ли, приблизительно, да? Вот, и я по этому размеру выбрал. Вот, 27,5, это у нас 43-й размер. Данные кроссовки я уже померил, они мне подходят, прям реально подходят очень-очень-очень-очень хорошо. Вот, по качеству, ну, в общем, это оригинал, просто купленный в Китае, в китайском магазине в брендовом. Ну, в общем-то, об этом и говорит чек. Чек у нас не поддельный. В общем, кому интересно, вот они чеки. Вот еще какая-то фигня. Если смотреть, то в магазине там они стоят, ну, 900 гонконгских... Ой, гонконгских. А, да, гонконгских долларов. Сколько гонконгский доллар, что-то я не посмотрел. Ну, в общем, кроссовки отличные. Никаких... Не знаю, проблем. Все проклеено, все прошито ровненько. Размер попал, как мне и надо. В общем, ссылочку на данный магазин я оставлю в описании. Там есть и New Balance, и Adidas, и Converse. Я сначала думал взять Nike. Потом передумал, думал, возьму, короче, Adidas. Потом, не думаю, все-таки мне New Balance нравились. У меня еще не было ни разу New Balance. Решил их попробовать. Там очень большой выбор. И
я когда наткнулся, такой сайт, ну, как бы он не очень бросается, не очень такой дизайн, но пообщался там с поддержкой. В общем, адекватные люди посоветовали, рассказали, что да как. Но то, что оно пришло где-то в течение недели, я просто приятно удивлен. Теперь буду ходить в новых кедах, а то старые у меня совсем износились. И, в общем, советую вам. Ссылочка в описании. Ставим лайки, подписываемся на наш канал, вступаем в нашу группу и до скорых встреч.